Необычную находку нашли ныряльщики из Петрозаводского дайвинг-клуба «Онега». В Онежском озере в песках Алексей Костин выловил черепаху. Судя по всему, это красноухая черепаха. Таких в наших водоемах не водится. Алексей решил, что бывший хозяин либо упустил своего питомца, либо отпустил намеренно. Но оставлять в песках его было нельзя. Дайвер выловил животное и отвез отмываться, отъедаться и отогреваться. Сейчас для черепахи ищут новых хозяев.